Сегодня мы играем вот такой сорт «Копилка ассоциаций». Для нас это новая игра. Мы собрали вот такие вот коробочки. Проставляю их, они, видите, сверху с прорезями. Сюда будем закладывать карточки. Так, Егор мне помочь предложил рассказать вам об этой игре. Перед нами вот такие карточки, и ребенок должен раскладывать. Ну, давай, начинай, сам раскладывай, куда что будешь класть. Гвозди куда будем класть? Вот сюда. В инструменты, да? Давай, только пошустрей. Угу. Дальше раскладывай. Это что? Мясо. Мясо куда кладем? Отсюда. Холодильник, давай. А инструменты? В инструменты, так. А вот это? Яблоко. Холодильник. Холодильник. Хорошо. А это? Отсюда? Так, раскладывай. Так, вот это? Вот это сюда. Что у нас? Градусник мы кладем в аптечку, да? Да. Угу, давай дальше. Это что? Это зеленка. Зеленка? Куда ее? А как ты думаешь, зеленку мы куда кладем? Вот сюда вот пипа. А мы, конечно же, кладем в аптечку, да? Да. Угу. Сыр вот сюда. Сыр сюда, в холодильник. Угу. Так. Пластырь в аптечку. Что-то у нас с тобой одна аптечка и аптечка. Давай дальше. Раскладывай. Вот сюда. Угу. Складывай. А вот это вот сюда. Не, по одному давай. Вещи мы кладем куда? Вот в шкаф. Так. Мелкую моторику развиваем. Угу. Видите, все забьем. Угу. Так, давай остатки раскладывай быстренько. В инструменты у нас топор, стетоскоп. Стетоскоп куда? Вот. В аптечку. Да, сюда. Отлично. Так, молоко? Это у нас что? Молоко у нас идет в холодильник. Да, таблетки. Кладем в аптечку. И наша игра называется «Сортер-копилка ассоциации». Тебе понравилось? Да. Класс. Спасибо тебе большое за помощь.